Всем привет! Сегодня 28 июля 2017 года. Мы приехали на дачу. Сегодня у нас жаркий день, 30 градусов и нет дождей. Вот такая стала у меня стильба. Это чубушник и три хосты. Здесь у нас туи, смарагд, малина, желтый гигант. Елочка Хупси и петуния. Флоксы. Здесь у нас малинка. Вот она, желтенькая. Это желтый гигант. Так, вот такие петунии. Барбарисы, бархотки продолжают цвести. Ива Хакура Нишики. Это дельфиниум новозеландский. Так, кипарисовики. Кипарисовики я на зиму укрываю, потому что зимуют они у нас плохо. Вот они такие уже стали. Все четыре я их укрываю. Цветут хосты. Вот огурчики. Огурчики поздно в этом году у нас. Роза болеет, я ее лечу, но она, вот она в бутонах. Вся в бутонах, я ее лечу пока. Лилии. Очень красивые лилии. Вот такая гортензия стала. Помидоры. Тут разные сорта. Гортензия очень красивая. Барбарис Тунберга. Красненький. Розовый прирост – это прирост этого года. То есть прирост где-то сантиметров 20-25 в этом году. Можжевельник Blue Alps. Канадская елка. Вот это все три тоже канадские. И вот четвертая большая – это канадская елка тоже. Вот эти посветлее – это Daisy White. Это вот Sanders Blue. Вот такая стала сосна Шверина. Вот такой пушистик. Очень такая хорошая, красивая. Лиственница. Вот такая вот. Вот она. Вот это прирост этого года. Так, здесь у нас гортензия. Вот он, барбарис отсюда. Можжевельник Хорцмана. Гортензии. Гортензии все зацветают. Вот они, три штуки. И вот они все зацветают. Такие кустики. Они были посажены в этом году только. Крыжовничек. Сегодня мы уже немножко собрали. Это гортензии Little Lime. Вот он, пузыреплодник дьявола штамбовый. И клен фламинго. Спилила ветки у сосен нижние и освободила здесь пространство, которое нужно приводить в порядок, и что-то там, может быть, буду тоже сажать. Но стало очень хорошо, стало свободно. Вот так два растения вот эти смотрятся здесь. Так, пошли дальше. Ну, здесь у меня девичий виноград. Вот он идет по арке. Здесь тоже клоновидные яблочки. Так, смородина, груша.
груши. Вот такие вот. Так. Шиповничек. Это черешни. Здесь хосты сидят. Надо их сейчас обрабатывать от сорняков. И в следующий раз нужно косить все. Вот такая сирень. Туя. Смарагд. Вот такая красотуля. Она почти с меня уже ростом. Еще одна гортензия. Древовидная. Яблоня мильба. Туя смарагд. Она тоже. Ей, наверное, года 3. Здесь тоже гортензия. Ванила фрайс. Здесь 3 барбариса. Ну и там тоже гортензия. Ну, сейчас подойду. Еще раз гортензии, вы посмотрите. Какая красота шапками. Ну, на сегодня это все, что я хотела вам показать. Всем хороших урожаев. Всем пока-пока.